Привет всем зрителям и подписчикам моего канала, с вами Акул, и сегодня мы продолжим проходить Skyrim, все дела, и давайте разгадывать снова загадку. Мы в прошлой серии остановились на этой долбанной загадке, и я думаю, что все-таки я посмотрел свое прошлое прохождение полугодней давности, и все-таки я думаю, что надо сделать именно вот так вот, и все будет окей. Пробуем. Да, так и есть. Все окей, и мы наконец-то выйдем из этой жопы. Я надеюсь, сегодня. Потому что мне надоело уже тут торчать. Воу-воу-воу. Тарам-тарам-тарам. Ту-ру-ту-ру. Мы прям как Индиана Джонс таскаемся. Не, все-таки это больше похоже на Властелин колец. А, сейчас будет интересный момент, сейчас будет интересный момент, точно. Это летучие мыши, да, ты права. Даже я подумал, какие-то бабочки, а ты даже знаешь, что это летучие мыши. Так, прежде чем идти туда, я посмотрю, что в сундуках. Потому что вдруг времени не будет. Сколько тут всего, сколько тут всего. Так. Что тут у нас? Тут ничего нет, да? О, зелье какое-то. Слабый яд бешенства. А может яд можно смачивать стрелами, ядом? Давайте посмотрим, я просто не знаю. Яд бешенства, да? На имперский меч. О, точно, яд бешенства мы наносим на имперский меч и... Я думаю, зря я сюда. О, черт. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. О, черт, чё ты на меня орёшь? Козел, козел. Мы можем погибнуть так. Пусть горит лучше. Гори, всю ману потрачу. Низкий запас магии, да пофиг. Все, он сгорел. Yes, yes. Изич просто. Все, берем. Что у него интересного? Вау, драконий камень. Это то, что мы искали. Вау, двуручный меч. Да, все это круто. Все, теперь надо выбираться отсюда. Выберемся. Ой, блин, почему ты... Ладно, так. Разбег и прыжок, да? О, боже. Он так не умеет. А, я не нажал, не на ту кнопку нажал! Привыкаю к управлению, ребят. Нет, все-таки... Просто надо обойти, как нормальный человек. Нет, я хотел перепрыгнуть. Ладно. Что у нас тут? Огончик, и мы идем дальше. Что это у нас? Рукоятка, которая открывает секретный ход. Отлично. Мы выходим из этого просто страшного места. И наконец-то выход! Я вижу выход. Ура! К третьей, или к пятой, или к четвертой серии мы наконец-то уже вышли из этого долбанного... из долбанного ветреного пика. И сейчас мы отправимся походу, я не знаю, куда мы отправимся, ребят. Давайте откроем карту и там уже поймем, куда нам отправляться. Что у нас задание? Отнесите драконию Фарингеру. Если Фарингеру отнести, тогда надо нам карту открывать и идти в Айтран. О! Быстрое перемещение же можно. Точно, быстрое перемещение в Айтран. Меня радует быстрое перемещение в Скайриме. Это круто. Так. Дальше. Идем, наверное... Так, как убрать оружие? А, вот, вот так уберем оружие, чтобы не пугать здешний люд. Охотиться любишь? На равнинах вокруг Айтрана полно добычи. Да, ты что? Ну, спасибо за информацию, но я не люблю охотиться. Ну, поди серые гривы, в обливе он провалились. Здесь, наверное,
А, раньше же не знали, что такое футбол. Что-то точно. Не так. Как же скучно они жили. Не, они не скучно жили, они классно. Посмотрите, какая классная, утихомиренная погода в этом Скайриме. Все спокойно, никто никуда не спешит, кроме меня. Так, ладно. Темно, да, Амелия, темно, я знаю. Мы направляемся к нашему Фарингеру, чтобы он нам дал небольшие указания. Так. Идем к Фарингеру. Что он нам скажет? Видишь, терминология явно времен первой эры, а то и раньше. Я уверен, это копия гораздо более древнего текста. Возможно, написанного сразу после войны драконов. Если так, я мог бы сверить имена с более поздними текстами. Бла-бла-бла. Хорошо. Я рад, драконий камень из храма. Да-да-да, тот самый драконий камень. Он у тебя. Из другого теста, чем все эти дубовые, которых мне присылает Ярул. О, еще вот мои награды. Поговори об этом с Ярлом. Или с его управителем Авиниччи. Наверняка кто-то из них тебе хорошо заплатит. Моя коллега будет рада увидеть твою находку. Это она обнаружила ее местоположение, но даже мне не говорит, каким образом. Выходит, твоя информация все-таки оказалась правдой. И нашему другу выпала честь добыть ее для нас. Значит, это из кургана на ветреном пике? Неплохо. Да, был бы его, знаешь, как тяжело было добывать этот. Фаренгар, ты нам нужен. Неподалеку видели дракона. Опа-на. Ты там тоже понадобишься. Я? Дракон? Поразительно. Где его видели? Что он делал? Я в Балгруп. На твоем месте я бы вела себя посерьезнее. Если дракону вздумается напасть на Вайтран, не знаю, сумеем ли мы ему помешать. Так, что, я тоже... Когда-то и меня вела дорога приключений. А потом мне прострелили колено. И так Айрилет мне сказала, что ты был в западной дозорной башне. Да, мой господин. Расскажи ему то, что ты говорил мне про дракона. Давай, расскажи нам. Ну да. Он летел с юга очень быстро. Никогда не видел, чтобы кто-то двигался так быстро. И что было дальше? Он напал на дозорную башню? Нет, господин. Когда я убежал оттуда, он летал над ней кругами. Никогда в жизни так быстро не бегал. Ой, я думал, он точно кинется за мной. Молодец, сынок. Дальше мы справимся сами. Ступай в казарму, поешь. Понятно, драконище к нам уже движется. Вайтран, 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 Вайтран. Собери-ка стражников и приведи их сюда. Я уже приказала своим людям построиться у главных ворот. Молодец. Отлично. Не подведи меня. Не подведи меня. Нет тоже. Нет времени на церемонии, друг мой. Мне опять нужна твоя помощь. А, награда. Я прошу тебя пойти с Эрилет и помочь ей в битве с драконом. Не, чувак, а награда? Мне удалось пережить Хелген, так что у тебя больше опыта в этом деле, чем у других. Я не забыл, что тебе удалось добыть для Фаренгара драконий камень. Не забыл, красавчик. В знак моего благоволения я разрешаю тебе приобретать дома в городе и уже отдал соответствующее распоряжение Авиниччи. И, пожалуйста, прими этот дар из моей личной оружейной. Какой дар? Мне бы тоже стоило пойти. Я очень хочу посмотреть щит на этот малого дар. Блокирования. Нет, вами обоими я рисковать не могу. Без тебя здесь не обойтись. Ищи способы, как нам защитить город от драконов. Так точно. Окей. И последнее, Айрилет. Я посылаю тебя не на смерть и не за славой. Мне надо знать, с чем мы имеем дело. Не тревожьтесь, господин. Я буду воплощением осторожности. Бла-бла-бла. Все, погнали, Айрилет. Я тебя найду у сторожевой башни, когда остальные соберутся. Хорошо. Давай. Че, подождите, а мне куда идти? Стой, стой, стой. Предметы. Такие у нас предметы. Оружие. Двуручный меч с холодом. Но мне не нужен двуручный меч. Хоть он и 18 бьет, но он слишком тяжелый для меня. Я лучше имперский меч и возьму... Ого-го-го-го, вот этот щит. Имперская броня. Панная броня. Так. Вот это, да, лучше?
Тарам-тарам. О! Охо-хо, доспехи. Но нет. Так, и что мне делать, ребята? В следующей серии мы узнаем. С вами был Акол, и мы пойдем, наверное... Я знаю, что ты помогаешь Яку. Вот что? Все, короче, пойдем что-то делать, там, дракон, все дела. И увидимся в следующей серии. Пока, ребята!